дать вам. Прямо сейчас. Сейчас. Новый детектив Ив от Леонида Павловского. Как вам лето в этом году? Сыщики уже осмотрели пожарище. В СССР принято было жаловаться. В инструкции для дикторов так и писали. Я твои истории просто доебали уже. Я уже не могу их слушать. Бабе лето пришло. Ебаться надо. Так это не для САС. Для мужчин это... Уйня. Ну вы тоже скажете. Бабе лето это же прекрасно. Это когда женщины расцветают и возвращают нам замечательную Ты самая пиздатая, блядь. Расцвела. Пидорас! Какой вы писька. Люся Субботина подрадовалась с мужчинами. И в этот момент вошла Люсина подруга Галиля. А ты пидорас или педофил? Едем, едем. Сыщики подводили итоги. Улик против Бальзиса пока никаких. Хых. Инспектор Корнеевич не растерялся. Он бы срался. Сесвели. Предъявите менты, товарищ. Может, ты выброс все на ерунду. Граждане в порядке. САС. 8 пенсионеров кокали. Истинное наслаждение. Коряга. Пенсионеру конец. 6-й год. Область. Как в мной воняет. Истинное наслаждение. Что летики мора утонул? Что же произошло на берегу реки? Берегу реки. А может, железный конец навсегда? Может порваться или пососаться? Водолазы смотрели русские ютубы, и вскоре САС утонул. В советские времена в народе ходил твой папа. Гудит. Как трансформатор на САС. Невъебенное пиво. Большие шишки и маленькие какашки. Отпечатки пальцев. Главная улика. Середина десятых. Главная смазка. Убийц по горячим пирожкам. К сожалению, много позже выяснится. Эта версия окажется верной. Я во дворе. Тело по кисти. В СССР, особенно в небольших городах, так, во всех дворах были натянуты веревки. Смерть. Быстро, удобно, практично. Белье во дворе – это не только способ его высушить. Это еще возможность потереть попки соседкам. Пусть видят, какая красота. Льняная попка. Удивительно прочная, переходила от бабушек к внучкам. Не выцветала. Сразу видно, что хозяйка стиральная. Сначала стирала, потом крахмалила. Правда, от этого часто стояла колом. Полдня секса. А это уже сисик. Тот самый веселенький сисичек. Такое чаще шили сами. Сразу видно, что хозяйка стиральная. Кстати, вот почему в советских тюрьмах отверстия посередине? Ноги же застревают. Для красоты. Чтобы баться еще и одеялом. В нашей истории постельная сыграла роковую роль. Конец.